Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и очередная наикрутейшая распаковочка посылка мечты, я ее так назову. Почему, узнаем чуть позже. Здесь у нас такая замечательная коробочка с выпиленным окном, для того, чтобы вы не узнали, на каком дне мы обитаем. Здесь у нас всякие мимимишности, мы видим, что подписано Аквамен. Да, это я Аквамен, то есть вы смотрите Аквамена. Вот, соответственно, человека, который все это прислал, второй раз прошу заметить, я оставлю его все реквизиты, все контакты в описании, то есть там группа есть ВКонтакте, есть канал на Ютубе. Не поленитесь, друзья, идите, посмотрите, может быть, подпишитесь, и таким образом мы скажем спасибо этому замечательному человеку, что он осчастливил нас. И почему, узнаем чуть позже. Но меня конкретно, вот точечно меня он осчастливил. Так, здесь у нас знахарь, потому что прошлых знахарей я берегу, стерегу, не кормлю ими, жду, когда расплодятся. И вот мне прислали в довесок еще. Не смотрите на упаковку, было заранее говорено, что ее придется немножко подмять. То есть это все... Заранее человек обговорил, я на это все согласился. То есть все это вот так вот запланировано и было. Опять-таки, здесь ничего не болтается у нас, ничего не мельтешится внутри коробки. То есть муравьи могут спать спокойно. И первая колония, которая у нас прибыла, это жнецы, друзья. Да-да, у меня до сих пор нет жнецов. Вот такие вот замечательные мурашки. Здесь я уже вижу, солдатик у нас бегает, да, зерно. Матка сама живая, то есть будем все это дело продвигать, все это дело будем развивать. Дохликов никаких не видим, то есть никто не помер, это хорошо, это отлично. Вот, сейчас мы их, естественно, после видео покормим белком немного, сиропчика им туда нальем, чтобы они как-то чувствовали себя более вольготно, более уютно. Такая вот первая у нас колония жнецов прибыла. Следующая колония. Я, кстати, не знаю, в каком состоянии все это пришло, поэтому для меня это тоже все было интересно. Итак, здесь у нас, сразу скажу, что об этих муравьях я мечтал с самого начала. Лазиус флавусы, да, друзья. Земляной желтый муравей. Офигеннейшие по своей расцветке янтарные муравьишки, о которых я много смотрел, много картинок я видел, даже видел их вживую, но никак на лед не попадал. Здесь три матки, мне их нужно будет рассадить, то есть три колонии чисто теоретически можно будет получить. Вот, соответственно, матки живые, видим, что расплод уже наклеили туда, да. Это, в общем-то, одна из моих замечталок, можно так сказать. И вот спасибо еще раз огромное, что все-таки прислали мне их. И третья колония муравьев, у нас здесь смрад, у нас здесь бардак и срач. Это мир Микорубра. Муравьи живые, есть немного дохликов. Но ничего страшного, маток я вроде как тоже вижу, ничего страшного, все это раскачаем дело, поднимем, будут они у нас еще бегать туда-сюда. Вот. И знаете, что самое интересное? Самое интересное, что мы с вами будем под все это дело делать формикарии. И желательно, и конечно же, не похожие друг на друга. Ну а на этом все. Еще раз хочу сказать, что лучшей благодарностью человеку будет, если вы перейдете на его канал, подпишитесь, перейдете в группу, посмотрите, что там творится. Ссылки я оставлю в описании. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся в новых и новых видосиках, друзья. Всем пока-пока.